видеть вас, что вы находитесь уже на вебинарной комнате. И давайте проверим с вами связь. Поставьте, пожалуйста, плюсики, как меня слышно. Ставим плюсики, если меня слышно хорошо, видно хорошо. И мы с вами начинаем. Вижу, плюсики пошли уже, и мы с вами начинаем. Как говорят очень богатые люди, время – деньги. И начну, естественно, с себя немного, да, расскажу немного о себе. Меня зовут Владимир Болдырев, я являюсь индивидуальным предпринимателем. На сегодняшний день у нас семейный бизнес. Вначале пришла жена в бизнес, и я, естественно, присоединился немножко попозже. Мой скайп вы видели тоже, если будут вопросы, потом в конце я тоже его оставлю. Значит, международный бизнес онлайн-проект вместе с территорией роста. И начнем, наверное, самое главное, это количество интернет-пользователей. Сколько же на сегодняшний день пользователей в интернете в миллиардах мы с вами на этом слайде видим, да? Какая тенденция произошла? Смотрите, за 6 лет в интернете в 2 раза практически, да, количество интернет-пользователей выросло. Да? В 2008 году это было 1,5 миллиарда человек, да? На сегодняшний день это больше уже 3 миллиардов человек. Поэтому людей достаточно много. И поскольку у нас бизнес онлайн, поэтому вся работа, в принципе, строится только в интернете. И вы сами прекрасно, наверное, знаете, да, что в интернете многие ищут информацию, практически, наверное, все сейчас обращаются с помощью Google поиском, Яндекс поиском, на Майле ищут много-много информации и оперативно, очень быстро все это, да. Можно через интернет в игрушки играть, разные, да, интернет-игрушки. Можно в онлайн-игры играть и, естественно, через интернет можно общаться, можно зарабатывать деньги. Кто какими методами пользуется, кто что делает в интернете, напишите, пожалуйста, свои впечатления. Кто общается через интернет? Наверное, каждый из вас, я думаю, общается. И через интернет, конечно же, можно зарабатывать. Зарабатывать очень большие деньги. В интернете на сегодняшний день очень много денежного эквивалента. Объем продаж интернет-магазинов во всем мире составляет на сегодняшний день больше 2 триллионов долларов. Поэтому суммы, будем говорить, очень громадные. Вот. И начнем, наверное, как всегда, с банального. Все люди делятся на 4 категории, да? Значит, по Роберту Киосаки, если мы видим по квадранту денежного потока, да, то первая категория – это рабочие, естественно. Значит, что в ней, какие есть плюсы? Если что, пишите, ну и будем, естественно, отвечать. И напишите, пожалуйста, кто сегодня первый раз присутствует на таком вот вебинаре. Напишите единички, кто присутствует первый раз сегодня. Рабочие группа достаточно обеспеченные люди, те, которые ходят, в принципе, наверное, с утра до вечера на работу. Каждый день, 5 дней в неделю, как минимум, с 8 до 5 работа, зарплата стабильная 2 раза в месяц. Это аванс и зарплата как таковая, да, ну, естественно, опять же, существует, наверное, большая зависимость, то, что когда работаешь на нанимателя, то, естественно, никуда не можешь особо отлучиться, даже если люди пишут какие-то, куда-то отпроситься, то, естественно, это чревато, что потом нужно это время отрабатывать. И понятно, что особого выбора в этом нету, да? Если вы пришли работать, ну, как бы народ обычно работает уже от самого начала и на протяжении всей своей жизни, да, меняя, допустим, 1, 2 или 3 места за всю жизнь. Вот. И, естественно, ну, наверное, один из плюсов – это отпуск, да? Отпуск обычно идет от месяца, но учителей немножко побольше. Ну, а так, в принципе, наверное, как у обычного рабочего человека, он составляет порядка 24
рабочих дней. Плюс 1, 2, 3 дня, в зависимости от тех условий, где человек работает. Вот. Следующий квадрат – это малый бизнес. Что же там заключается? Это уже более посвободнее человек. И в этом квадрате, естественно, время работает вместе с человеком. То бишь, когда человек работает сам на себя в малом бизнесе, да, то непосредственно, когда человек зарабатывает деньги, то когда человек смотрит круглые сутки напропалую, то, естественно, и зарплата выше. Но, наверное, один из очень-очень-очень больших минусов этого квадрата в том, что если работы нет, или же человек решил отдохнуть, то, естественно, и финансовый поток прекращается. Поэтому, ну, риски тоже достаточно очень большие. Первое, это связано с налоговым обложением, да, а второе, то, что нужно вкидывать, естественно, свои деньги, свои финансовые вливания в оборудование, в аппаратуру же самую, да, или в производство. И неизвестно, отобьется оно на сегодняшний день. Вы сами прекрасно понимаете, что бизнес такая штука очень шаткая. Поэтому особенно это касается малого бизнеса. И на сегодняшний день не у каждого есть за пазухой хотя бы 10 тысяч условных единиц, чтобы вложить в свой бизнес. И неизвестно, когда эта сумма отобьется. Поэтому достаточно риски высоки на сегодняшний день. Ну и опять же, всегда в напряжении, потому что вкладывать нужно не только финансы, да, но и свое здоровье, свое время тратить. И, ну, один из плюсов, такой небольшой будем говорить, это, конечно же, деньги и более свобода уже. Нету такого, что именно с 8 до 5 часов работаешь. Но опять же говорю, что когда работаете с утра до глубокой ночи, тогда в принципе финансы позволяют. Если это обернуть, посчитать то же самое, допустим, если бы работал в первом квадрате, как рабочий человек, с утра до вечера, наверное, то деньги те же самые будут. Я как-то один раз даже просчитывал, в принципе, то на то и выходит. Ну и большой бизнес в третьем квадрате вверху, посмотрите, с правой стороны, верхний квадрат, это большой бизнес, да, вот здесь деньги реальные есть, да, когда человек приходит, создает команду в традиционном бизнесе или же в сетевом бизнесе, создается команда, где есть время и для отдыха, и есть время для работы, для команды, и, естественно, когда твои соратники помогают тебе, вот, берут на себя ответственность, то, естественно, и бизнес строится. Естественно, здесь уже деньги достаточно покрупнее идут. И здесь есть уже и руководство, опять же, ответственность с людьми, с командой со своей. Да? И здесь, естественно, когда уже команда есть, если вы идете, летите на отдых, то, естественно, команда работает, и финансовый поток, будем говорить, не прекращается. Да? Ну и, наверное, самый главный квадрат – это инвестирование, да? Вложение как пассивный доход, да? Когда человек, в принципе, уже не работает, да? А деньги работают на человека. Да? И когда идет инвестирование и уже вкладывание в недвижимость, то же самое, да? Или же в производство, в большие именно очень проекты, да? Там уже, естественно, одни плюсы идут. Да? Это и время есть, опять же, это большой поток денег есть, опять же, есть выбор. А куда вложить, в какую структуру, в какой бизнес вложить? Здесь намного, да. И опять же, это независимость. Вот. И что мы на сегодняшний день предлагаем вам, это бизнес, который полностью помещается в ноутбуке. Что это означает? Это означает, что на день это самый классный портфель. В чем суть его? То, что независимо, где вы находитесь, самое главное, что был интернет, ну, естественно, ноутбук или нетбук, мобильное оборудование, чтобы было всегда с вами, да, и чтобы, естественно, чтобы был широкополосный интернет вместе с вами.
В чем суть? То, что выезжаете вы, допустим, или же на отдых, поехали на дачу, или к друзьям в другой город, не имеет значения, самое главное, что был интернет, и вы всегда на связи. Вы всегда в любом месте можете провести тот же самый вебинар, или же связаться со своей ключевой командой, дать какие-то ценные указания, или же в скайпе пообщаться, собеседование провести не только по скайпу, и по вайберу. Все это у вас находится, будем говорить, портативно, в ноутбуке. Вот. И самый главный, один из немаловажных плюсов для меня, когда я принимал решение, это официальный доход. Это не зарплата в конвертах, а именно официальный доход. Официально на карточку платятся налоги, и опять же, ну, в нашей, будем говорить, синеокой Беларуси, ну, это немаловажный момент. Да, я думаю, и в других странах на сегодняшний день, это Россия, Казахстан и Украина, да, когда доход официальный, ну, и, будем говорить, и спится проще. Вот, и, значит, еще классный момент, это, опять же, нет зависимости от начальников, да, здесь... Смотрите, отличие очень большое от госработы. Да? Когда вы приходите на госработу, напишите, пожалуйста, двоечки, кто из вас на сегодняшний день работает в госструктурах. Поставьте, пожалуйста, двоечки. И, значит, на сегодняшний день, смотрите, когда вы приходите или уже находитесь на госработе, да, вы, работая в коллективе, как таковой коллектив и начальника, ну, практически, будем говорить, не выбираете, а приходите уже туда с устоявшимися какими-то гласными, негласными законами, и, опять же, начальник уже сидит. Мы не выбираем ни начальника, ни тот коллектив, в котором находимся. Да, вижу. Ну, будем говорить, что это одно из таких вот минусов, когда вы находитесь на госработе. У нас же, в нашем бизнесе, очень классная вещь, то, что мы на сегодняшний день сами для себя создаем команду. Мы выбираем людей с тем, кому нам удобнее работать, с кем нам приятно работать, как и в общении, и в целом. Кто-то и симпатизирует, и, ну, очень удобно общаться, и поэтому смотришь, с каким человеком тебе работать, с каким нет. Поэтому, ну, это классный вариант. И опять же, ну, будем говорить, нету начальников, поэтому здесь нужна самодисциплина. Нужно брать себя, будем говорить, в руки, естественно, зарабатывать деньги, будем так говорить, да. Тебя никто не может уволить, сократить, ну, вот. Поэтому самодисциплина, это, будем говорить, самый главный, наверное, критерий нашего бизнеса. Да? Один из немаловажных факторов тоже, это нет финансовых рисков, будем говорить, финансовых вложений, как в традиционном бизнесе. Здесь не надо ни 1000 вкладывать, ни 2000, и гораздо более. Да? Здесь, наверное, самое главное, это вложение в обучение, если таковое есть, то... Опять же, в самого себя только вкладываем. Личностное развитие, естественно, это обучение, обучение, обучение. Корпоративные мероприятия высочайшего класса посещения. Есть те же самые поездки в Минск на большие мотивационные встречи, да, и путешествия по миру от компании, за счет компании. Да. Признание, естественно, награждение на сценах с чеками, с цветами. Но и наша компания, вы в курсе, да, что участвует тоже в благотворительности, поэтому, когда вы покупаете для себя иные продукты, да, какая-то часть малая уходит, естественно, на благотворительность. Поэтому, ну, будем говорить, классно тоже, когда помогаешь своими покупками, да, что ты делишься какой-то частью от этих покупок теми людьми, кому они, наверное, больше в данном случае нужны. Да? И знакомство, опять же, вы заводите с помощью интернета с новыми друзьями. Наш партнер, как вы видите, это компания Oriflame, международная компания, больше чем в 60 странах мира. Ну, я считаю, что это на сегодняшний день топ номер один. Не только я считаю, да, многие из вас, из нас считают, что это компания номер один в Европе по
непосредственно по прямым продажам. Да? И на сегодняшний день кто-то из вас, может быть, видел, что компания Oriflame – это работа с каталогами, показывать каталоги. Но давайте мы это все перечеркнем на сегодняшний день, да, и не будем показывать каталоги, а именно займемся именно бизнесом с компанией Oriflame, с партнером компании Oriflame, займемся именно онлайн-бизнесом. Что это означает? Это означает, что, ну, как я говорил, да, что это больше, почти 50 лет на рынке, больше 60 стран компания Oriflame, да, ассортимент насчитывает на сегодняшний день больше полутора тысяч продукции. И компания имеет своих 5 заводов, расположенных в таких странах, как Польша, Швеция, Индия, Россия, Китай. И, что немаловажный тоже аспект, для мужчин, наверное, будет такой, то, что Oriflame представлен на биржах Лондона и Стокгольма. И компания Oriflame является соучредителем Всемирного детского фонда по благотворительности, как я говорил. Да, и продукция Oriflame содержит лишь натуральные ингредиенты и никогда не тестировалась на животных. У многих из вас, наверное, есть четвероногие друзья, которые тоже с вами живут. Напишите, пожалуйста, поставьте троечки, у кого есть младшие наши братья, да, будем так говорить, четвероногие друзья, это рыбки, собачки, котики, ну и другая живность. Вот. Я думаю, у многих есть. Почему? Потому что, ну, как бы, особенно у тех, в тех семьях, наверное, где есть дети, вот, присутствуют. Согласен с вами. Как вы считаете? Я думаю, что это классный момент, да, что именно сотрудничать с такой компанией, которая не пользуется, не тестирует на животных свою продукцию. Это классно, конечно, по сравнению с другими фирмами, не будем говорить о какими, но тем не менее, да. И в прошлом году наша компания Oriflame, это было, завоевала вот такую вот награду, косметическая компания прямых продаж номер один, поэтому, ну, не два, не три, а именно косметическая компания. Вот как отдать в добрые руки. Ну что ж, Ирина, ну я думаю, все нормально будет. Ну, на этом не останавливается прогресс и жизнь тоже. Можно будет, ну, на какую-то другую жирность именно поменять, ну, именно приобрести в дом. Ну и на этом слайде вы видите прекрасно, да, что компания Oriflame, посмотрите, сколько наград. Компания международная, да, и топ бьюти в 2013 году победителем является. Заслуженный аромат тоже позес, да, премия FIFI, много достаточно. Allure тоже завоевали многие. И Demi Moore тоже, опять же, много вот таких вот наград, которые завоевали. Это и тушь, и помады The One. И как вы знаете, что компания Oriflame — это не только красота снаружи, да, но это и линейка Wellness — это красота изнутри. Это великолепная форма и отличное, естественно, самочувствие. Напишите, пожалуйста, пятерочки, кто пользовался или пользуется продукцией Wellness, кто покупает для себя и хочет жить долго и счастливо и быть здоровым. Как один мой знакомый говорит, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Согласитесь, наверное, никто не хочет, чтобы и дети, и наши родители тоже болели, и все хотят, чтобы жить долго и счастливо, правда? Вот, поэтому нужно себя любить, не только себя, а своих близких тоже, и предлагать, показывать эту продукцию. Это классный выбор, который у нас есть вместе с вами, вместе с компанией Oriflame, благодаря и Стигу Стену. Это здорово, конечно. Для детей Омега это обязательный, конечно, продукт, который должен быть в каждой семье, в тех семьях, где есть дети. И есть золотая молодежь, старшее поколение, которым тоже нужна, будем говорить так, Омега-3. Так, и вы знаете, да, что, естественно, есть много-много очень в мире сертификатов. В данном случае здесь представлены одни из основных сертификатов у компании Oriflame. Да, это, наверное, самые солидные, самые достаточно серьезные именно
институты, которые представлены здесь, да, это и стандарт GMP, и это и ISO, это и рекомендовано Национальной ассоциацией диетологов и нутрициологов, да, и украинские сертификаты, и ХАСП тот же самый, да, много очень сертификатов, поэтому, ну, достаточно серьезные. Если остановиться на них более подробнее, ну, я думаю, сможете у своих коллег, тех, кто пригласил вас именно на этот вебинар, если будет интересно, задайте им эти вопросы, они вам более подробнее именно осветят эту страничку. Так, и недавно премия «Здоровое питание» Oriflame Cosmetics, это лауреат ежегодной национальной премии «Здоровое питание». И вот такая вот победа была. Лучшая компания-производитель в категории витамины и БАДы. Вот, что немаловажный, да, тоже момент такой вот. Ну и прекрасно вот то, что мы находимся в такой компании, в которой больше 250 это партнеров компании Oriflame, которые пришли простыми консультантами, как и я, моя супруга, как и вы в данном случае. Вот смотрю, подключились к нам наши вышестоящие спонсоры, наши вдохновители, это Елена Ракочи и Денис Бирюков. И больше 250 партнеров, которые на сегодняшний день являются долларовыми миллионерами компании Oriflame. Да? Это Тамила и Владимир Полежаевы, и много-много-много других, конечно же. Что нужно вам делать, чтобы у вас появился точно такой же результат? Потому что в компании Oriflame все возможно. Первое, это, конечно же, обучаться. Обучаться, обучаться, еще раз обучаться. Ведь когда мы рождаемся, согласитесь со мной, мы же не встали сразу, бац, и пошли, правда? Но прежде чем научиться ходить, мы все падали, вставали, с поддержкой, без поддержки, но тем не менее вставали и потихоньку научились ходить. То же самое здесь, в компании Oriflame, нужно обучаться. Нужно обучаться, чтобы быть лидером, лидером в первую очередь для своей команды, для себя. Второй момент, это, естественно, пользоваться продукцией. Пользоваться продукцией теми продуктами, которыми мы в повседневной жизни с вами пользуемся. Да, Елена пишет, до сих пор учимся. И третий момент, конечно же, приглашать друзей, приглашать людей в свои команды. Именно так же поменять обычный магазин на интернет-магазин, да, где намного дешевле все это можно приобретать и создавать команды, создавать товарооборот и, естественно, зарабатывать большие классные деньги. Как это работает? Раньше все прекрасно понимаете, что где мы берем косметику, как всегда, да? Это в магазинах, на рынках, ну или же через знакомых. Что от этого имеем? Да, в принципе, наверное, ничего не имеем. Имеем, наверное, качество сомнительного производства и, опять же, безвозвратная трата денег, будем так говорить, что нам никто с тех продуктов не возвращает прибыль, будем говорить, в наш карман. Все прекрасно знаете, да, сомнительное качество. Что это значит? Это значит, наверное, то, что когда я в свое время брал до компании Oriflame на рынке продукцию, естественно, не знаешь, где она изготавливалась, как она хранится, и, естественно, что там все-таки внутри находится. Да? Здесь мы меняем на интернет-магазин, на свой магазин, и теперь берем, естественно, через интернет-магазин, в своем магазине мы покупаем, да, дешевле, естественно, через интернет, чем идти в магазин какой-то другой, да, и опять же, берем со скидкой от 20% и выше. Опять же, смотрите, какие преимущества здесь у нас есть, да, это гарантия качества, опять же, широкий ассортимент, как я уже сегодня говорил, это больше 1500 наименований. В каталоге представлена не вся продукция бумажная, да, поэтому в интернет-магазине, в вашем интернет-магазине продукция представлена намного шире. Опять же, все акции есть со скидками, много всего вкусного и интересного, поэтому, конечно, пользуйтесь, заходите почаще в свой интернет-магазин, смотрите акции, подарки, смотрите, какая накопительная система скидок, да,
И опять же, зарабатывайте деньги, делитесь с друзьями, советуйте друзьям и зарабатывайте деньги. И опять же, обеспеченное будущее может быть у каждого из нас, у ваших детей, так как этот бизнес передается по наследству. Как это работает? Просто меняем магазин. Если мы раньше брали, как я говорил, в магазине, то сейчас мы берем в своем интернет-магазине со скидкой, и это выгодно. Просто меняем магазин. Ничего больше. Ваши выгоды после регистрации. Кто еще не присоединился к компании Oriflame, рекомендую сделать это сегодня, ну, максимум это сделать завтра. Опять же, обратитесь к своим людям, которые вам посоветовали пойти на сегодняшний вебинар, посмотреть сегодняшнюю презентацию. Да? Какие выгоды? Это опять же скидка 20% на весь ассортимент компании. Стартовая программа только для новичков. Добро пожаловать. Это 4 шага. Каждый из них вы всего можете получить по стоимости каждого набора 65 тысяч белорусских рублей. Выгода в итоге из 4 шагов составляет порядка 485 условных единиц. Классно? Конечно же классно, когда больше, почти 500 условных единиц вы получаете в выгоде. Вот. И дополнительные скидки, конечно же, за большие заказы. Суть любого бизнеса – это создание товарооборота. Это, ну, будем говорить, я не сказал вам сегодня новость. Это, будем говорить, фраза из, уже будем устоявшейся, будем говорить, золотой из правил, да? Это суть любого бизнеса, что нужно создавать товарооборот. И чем больше товарооборот, тем, естественно, более выгодный бизнес. Как традиционный, так и, естественно, и сетевой маркетинг. Да? И, естественно, есть два способа создания товарооборота. Напишите, пожалуйста, какие вы знаете способы создания товарооборота. Их, в принципе, больше, но вот мы остановимся на двух способах, да, которые я немножко сейчас попозже озвучу. Есть много способов, я знаю порядка 10, как можно создать товарооборот. Но сегодня мы будем останавливаться только на двух. Вот. Ну и вижу, пока вы пишете, я все-таки дальше продолжу. И начнем мы с вот такого, наверное, традиционного способа создания товарооборота, как личные рекомендации. Все вы, наверное, знаете, многие из вас слышали, многие из вас пробовали. Напишите шестерочки, кто из вас когда-нибудь или же видел, или же вам предлагали каталог, или же вы предлагали каталог. Знакомым, друзьям, соседям, на работе. Я думаю, многие из вас, в принципе, пробовали, да? Это один из методов, естественно, показывать. Да, вижу шестерочки. Угу. Спасибо вам за обратную связь. Быстрые деньги, согласен, показывая каталоги. Но опять же, классно, престижно то, что мы работаем именно с каталогами, да, но не все новинки там есть. Одни из минусов, наверное, это доход не такой большой, как хотелось бы. Поэтому будем говорить, сколько ходишь, столько, естественно, и зарабатываешь. Поэтому доход небольшой, не работаешь, не зарабатываешь, будем говорить. Если не, сегодня каталоги не раздал, естественно, завтра не собрал заказы, поэтому и соответствующие деньги, ну, не совсем такие, как хотелось бы. Поэтому мы рекомендуем строить бизнес по-другому немножко, да, создание товарооборота в интернет-магазине. Что это означает? Совсем несложно на сегодняшний день, начиная от 14 лет, люди зарабатывают в интернете большие деньги, и те, кому и за 50 лет, нормально относятся тоже к этому, то, что в интернете можно зарабатывать деньги. В среднем, мы посчитали, примерно в среднем одна среднестатистическая семья тратит на косметику, ну, порядка 250 тысяч белорусских рублей.
Вы со мной согласны? Напишите, да или нет. Если не согласны, может, у кого-то в семье тратит меньше денег, чем 250 тысяч в месяц. Но у нас семья из 5 человек, это мы с женой и 3 детей, и у нас гораздо больше уходит, чем 250. Поэтому мы взяли такое средненькое значение, 250 и выше. Да? И опять же, смотрите, если вы предлагаете своим близким и знакомым, опять же, конечно, бывает и больше, согласны. Значит, смотрите, предлагаем своим близким также оформить дисконтную карту и сделать свой интернет-магазин, создать свой интернет-магазин. Да? Ребята, ваши близкие и знакомые, опять же, пользуются, меняют обычный магазин на интернет-магазин, и получается уже товарооборот по порядка 1,5 миллиона белорусских рублей. Здесь вот мы в среднем, значит, смотрите, если 1,5 миллиона, если через сколько можно пригласить 6 человек? Да можно за один день пригласить, можно за неделю, можно за две, за три, да? Но, естественно, если этих 6 человек пригласят еще по 5 человек, да, то в итоге получается уже больше 7,5 миллионов белорусских рублей. Это уже достаточно хороший товарооборот. И в среднем, но вот здесь вот мы взяли немножко побольше, чтобы цифры были более впечатляющие, да? 300 тысяч, как вы все здесь написали, что будем, это тоже, будем говорить, не та сумма. Вот, значит, смотрите, если приглашать 156 человек, не обязательно только вы приглашаете, да? Посмотрите на этом слайде, самая большая картиночка с распростертыми руками, это вы находитесь, да? Получается 5 ключевых в вашей команде партнеров, те, кого вы пригласили, и люди тоже приглашают по 5 человек, да, создавая команду, и вы помогаете создавать эту команду. В итоге получается 156 человек вместе с вашими друзьями, близкими и знакомыми. И опять же умножаем на те же 300 тысяч белорусских рублей, получается доход примерно 46, больше 46 миллионов белорусских рублей, это товарооборот, который вы помогли компании соорганизовать товарооборот. Ваш доход в среднем, если вы вот точно так в таблице по приглашениям будет все это сделано, то ваш товарооборот на сегодняшний день будет составлять больше 10 миллионов белорусских рублей. Это уже заявка хорошая на директора, на квалификацию директора. И как вы сами понимаете, что в компании по бизнес-плану, если вы определенное количество каталогов подтверждаете этот товарооборот, то вам начисляется в белорусских рублях по курсу премия в 1000 условных единиц, и естественно это будет еще плюс банкет директоров, который шикарный банкет директоров, который проходит в городе Минск, в VIP-зонах. Очень классно, там стоит быть, так словами просто не передать. И создание товарооборота в интернете, смотрите, как если мы помогаем 5 людям создать товарооборот такой же, как у вас, по 10 миллионов, да, в принципе, белорусских рублей, то у вас получается уже звание достаточно серьезное, да, ваш доход порядка 50 миллионов белорусских рублей, и премия больше 10,5 тысяч белорусских условных единиц, да, это банкет директоров плюс конференции, золотые конференции уже в других странах, да, и вы можете опять же начать этот простой, прибыльный и опять же понятный и перспективный бизнес прямо сейчас, не отходя от компьютера. Чем классен еще этот бизнес? То, что не нужно ехать в офис, сидя за компьютером, независимо от погодных условий. Есть свободное время, зашли, поработали в интернете. Естественно, чем больше вы вкладываете в самого себя, и, естественно, чем больше вкладываете в этот бизнес, то, естественно, и результат не заставит себя долго ждать. Поэтому стоит. Посмотрите на вот этих людей. Это директора старшие, золотые директора компании Oriflame, с которыми мы вместе работаем, да, это и
и учителя, и молодые специалисты, да, студенты, и люди в возрасте уже, да, люди на пенсии, вот, тем, семейные пары тоже, учителя, поэтому, ну, бизнес не имеет значения, кем вы на сегодняшний день работаете или какое у вас образование. Самое главное, что у вас в голове. Поэтому начинайте прямо сегодня, не откладывайте ни в коем случае на завтра, и результат будет. Самое главное, верить в самого, прежде самого в себя. И это наши вдохновители, это Елена Ракоча и Денис Бирюков. На сегодняшний день это топ номер один Витебской, Витебской области, Витебского региона, да, и топ номер 7 Беларуси. Ребята в прошлом тоже пришли. Бывшая учительница и бывший профессиональный спортсмен на сегодняшний день это топ. Поэтому все в ваших руках, все в ваших силах. Вот. И неудачник это не тот, кто не имел шанса, да, а тот, кто шанс получил и им не воспользовался. Поэтому, наверное, удача стучится не так часто в наши двери. Поэтому пробуйте, имейте этот шанс, который вам на сегодняшний день дается вместе с компанией Oriflame. И приступайте к развитию своего личного бизнеса, семейного бизнеса. И у вас все получится. Посмотрите, какая большая дружная команда в территории роста. Вот недавно, когда мы были в Минске, вся наша команда, ну, попытались вместиться. Вы видите, сколько человек, все в бизнесе. И мы приглашаем вас в онлайн-проект «Территория роста». На этом хочу вам сказать спасибо вам огромное за то, что вы были сегодня на вебинаре. Если есть вопросы, спрашивайте, задавайте. Я еще минутки 2-3 буду в чате, могу ответить. Ну а так, всего доброго.